Всем привет! Мы едем в Нижний втроем пока. Я, Сима и Еся. Сережа с Лукой присоединится к нам попозже. И у меня сейчас такой огромный перерыв. Получается, с 9:30 я его покормила и до 6. Я его не буду кормить. Он поест там кашу, смесь, может быть. Либо молоко, в общем, мы что-нибудь придумаем, попробуем придумать. И в 6 я его только покормлю. И я, получается, поеду на поезде с двумя вот ребятами. И это такой кайф, потому что, мне кажется, вот мамы двоих, они думают, как тяжело ездить в поезде с двумя. Но когда я уже пару раз ездила с тремя и с Лукой, когда он был совсем маленький, то ехать с двумя — это просто отдых, вот просто наслаждение. Я счастлива. Я счастлива, что я сейчас отдохну, получается. В 1:30 я буду в Нижнем. А, нет, в 3 где-то я буду в Нижнем. Потом я отдам детей моей маме. И останусь одна до 6 вечера, с 3 до 6. Я поеду до Владимира, мы там будем праздновать день рождения. И я в таком предвкушении, несмотря на то, что, ну, мне будет тяжеловато из-за того, что будет молока много, но я не брала молокоотсос. Все, мы в поезде. Сейчас я вам покажу вагон. Мы всегда берем СВ, потому что это с детьми очень комфортно и, конечно, дороже, но получается не так дорого все равно, если ехать, ну, например, одна я и еще трое детей, и покупать им места, потому что, ну, без мест бред вообще. 3,5 часа ехать, то, в принципе, получается практически равнозначно. Это СВ, оно, по-моему, и не помню, сколько оно по цене. Но вот вы заходите, вот тут вход из коридора, и я уже разложила, но здесь два кресла, которые можно опустить в кровать, и вот здесь сверху еще кровать. Мы всегда здесь все вещи складываем, а внизу спим. Да, но мы тут не спим, потому что только тут папа или дедушка. Да, наверху спят только мужчины. Да. А девочки спят еще иногда внизу. Ну да, чтобы не свалиться. И самый, конечно, кайф, что здесь есть вот туалет и душ. А с детьми тоже это комфорт, и я готова вот переплатить за это. Мама, душ тоже тут? Да, здесь можно мыться, но мы не будем. Ну, как бы, не знаю, ну, вот то, что есть туалет, не надо никого бегать, если мелкий это ребенок, нет, положить его, а старшим там что-то помочь, и вот это, конечно, очень нет, комфортно. У нас, конечно же, завтрак, у детей всякие ништяки, кстати, это то, что, это вот их вкусняшки, у нас нет обычных печенья, шоколадов, мы такое не едим, они вот самый максимум — это сырочки, и печеньки детские, да. Ага. Ну и соки, бананы. Это вот такие. А вот батончики они очень любят. Йогурты всякие. Это вот, мало, вот так вот будем кушать. А я по бананам сегодня. Такие сушеные бананы. Я очень хочу кофе, но я не успела в отрыве купить. Бананы. И вот здесь есть еще один мой банан. Сейчас позавтракать не успели. Может, твой. Дома. Вот. В общем, отдыхаем. Там бабушка Сипа? Почему? Потому что папа
нас ругает. А мама не ругает? Я не ругаю вас никогда? Да. Мне кажется, ругаю иногда. Хорошо в поезде. Собака лечит. Все, мы во Владимире. Лола готова к вечеринке. У нас Total Black. Но Сереже пофигу. Не, ну я как бы... У него Total Brown. Brown Black. Вот. Ну и Лукич, но я его одела там. White and Black. Вот. White and Black. У нас вечеринка у друга. И завтра в Нижний. Сейчас позавтра.
потом такой осадок всегда. Ну, ладно, в общем, мы сейчас едем, все хорошо. Он сейчас точно будет спать. Поест через час, наверное, где-то. И я думаю, что мы вместе с ним поспим, потому что я тоже вчера очень поздно легла. Кстати, вот джинсы, про которые я говорила, которые я влезла, это вообще до беременные супер узкие джинсы. Супер, я очень рада. И такие у меня есть еще черные тоже в облепон. For a better thing.